Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня я принимаю вас в моей ванной комнате. Тот, кто смотрит постоянно мои видео, знает, ванная комната – косметика. И сегодня речь пойдет о моих фаворитах. Но не просто фаворитах, а летних фаворитах, тех косметических продуктах, которые я не выпускала из рук во время моих итальянских каникул. Сразу хочу предупредить, это продукты достаточно бюджетные. Один из них только люксовый и был куплен когда-то достаточно давно, долго лежал. И вот сегодня, в этот период, на этих каникулах, он нашел свое место и стал моим фаворитом. Сразу извиняюсь за звук, за свет, за вибрацию голоса. Но просто захотелось вот так спонтанно снять это видео, чтобы не забыть и чтобы поделиться с вами вот этим как бы ощущением моих любимок. Ну что, поехали. Начнем с тонального средства. И моим открытием и на самом деле фаворитом стал вот такой CC-крем от Bourjois. Раз 123 перфект. Я думаю, что на просторах YouTube уже говорят о нем. Я слышала, что девочки рассказывали о нем. И вот решила попробовать перед каникулами, купила и не разочаровалась. У меня он в номере 32 Беж Клер, светлый беж. И на самом деле у него SPF всего 15. Ну, на самом деле он творит какие-то чудеса. Просто я не ожидала. Еще раз повторюсь, мы все индивидуальны, кожа у нас индивидуальная, и поэтому то, что хорошо мне, может быть плохо для вас, но все-таки прислушайтесь и попробуйте. Очень легкая текстура, такой вот подсвечивающий эффект. Он сразу и как бы выполняет, у него три пигмента, один из них абрикос. Он против усталости, то есть придает лицу такой красивый оттенок. Зеленый против всяких высыпаний, красных точечек и так далее. И белый против каких-то пятен. То есть у него легкое покрытие, но в то же время, через некоторое время вы замечаете, что кожа, она выравнивается. Она не перегружена, она сияет. В общем, замечательное средство. Я обязательно вам советую, у кого есть такая возможность, косметику буржуа я люблю, и он еще и увлажняет 24 часа и выравнивает кожу. То есть у меня вот практически он закончился на каникулах, только им и пользовалась, и обязательно еще раз себе его прикуплю. Также вдобавок к этому CC-крему я использовала вот эту пудру. Почему сама ее просто схватила в каком-то магазинчике у нас перед каникулами. Она была недорогая, скинута у нас. Это Maybelline New York Affiniton. И у меня в номере 3. То есть также Beige Ivoir, легкий беж. Вот. Вот выглядит упаковка у них, конечно, так себе. Светлая пудра. Здесь был какой-то пуфик, который сразу же развалился. Ну,
Что меня поразило, я наношу совершенно легкий слой, или спонжиком, или просто вот большой кисточкой. Была очень сильная жара в Италии, то есть у меня проблемная кожа. Постоянно, когда жарко, идут какие-то высыпания, покраснения. И, в принципе, я стараюсь не забивать поры, но я заметила, что если я не пользуюсь пудрой, то кожа, она становится более жирной, и высыпания появляются. Когда вот я наношу легкий тональный крем, как CC-крем от Bourjois или BB-крем, то все в порядке. И когда я вот припудривала вот этой пудрой, то есть у меня эффект держался матовой кожи, то есть ничего не блестело, ничего там не скатывалось. Я просто в восторге от этой пудрочки. Присмотритесь обязательно. Мне она очень понравилась. Теперь рука тянется только к ней. Вот хорошая у нее ямка уже. И по цене замечательная. Ставлю 5 с плюсом. Для губ я, как всегда, использовала свой любимый карандаш от Essence в номере 6. Это карандаш Satin Mood. Не знаю, как произносится, ну, все вы его знаете. Что я хочу сказать только, что почему-то качество карандашей у Essence, вот именно вот таких, которые нужно точить, изменилось. Они стали, на мой взгляд, более твердыми. Цвет замечательный, держится замечательно, но вот текстура более твердая. И на нее я, на него я всегда наносила вот этот блеск бальзам от Dior. Вот он-то у меня и нашел свое место после стольких долгосрочного отдыха в ящичке. У меня в номере 455 руж. Это сыворотка, это не просто блеск или бальзам, это сыворотка. Вы ее не можете выкрутить, то есть она выкручивается чуть-чуть, не можете закрутить назад. И вот кажется, что она оранжевая, но на самом деле это блеск и увлажнение. И просто замечательный бальзам, губы не сушит. Такой вот придает эффект увлажненных губ на карандаш. Это самое то, вот любимый мой бальзамчик. Сыворотка, которая еще и лечит губки, увлажняет и придает красивый оттенок, потому что летом все-таки не хочется каких-то очень ярких помад, не хочется, чтобы все это от жары разлазилось и во все стороны. Вот это было самое то. Моя любимая тушь, которая была у меня в фаворитах и остается, вот такая тушь от Мэй. Это тушь Sensational, то есть, ну, вы, в общем, все знаете эту тушь, и у меня она черная, Volume Effect Evantai, то есть, такой распахнутый взгляд, кисточка у них, как всегда, приятная. Моя любимая тушь, я ее не выпускала из рук. Она замечательно прокрашивает ресницы, у меня ресницы не длинные, она замечательно создает объем, не осыпается, то есть это вот у меня уже не первый тюбик, и я очень-очень ей довольна. Кто еще не пробовал, советую от всего сердца. Для контурирования у меня была только вот одна палетка, купленная в Италии. Упаковка у Essence, конечно, ну, сами понимаете, все это стирается, пластик дешевенький, ну, а наполнение достаточно хорошее.
То есть здесь вот идет как бы контурирование, и вы можете создать эффекты загорелого лица с кисточкой. Здесь вот пудрочка светленькая совсем, можно выбелить какие-то участки. И такие румяна, как бы с чуть-чуть шиммером, совсем незаметные. Я сводчи поближе все покажу. Палетка у меня была и в Мир и в Пир, мне ее за глаза хватило, потому что как бы летом мы не наносим какой-то такой макияж сильный, а когда выходили вечером или чуть-чуть подкраситься, вот эта палетка для начинающих, для девушек, которые не такие бьюти-маньяки, как я, то есть вот это вот самое то, за цену, за ту, за которую, за какую они их продают, это достаточно хороший макияж. Вы знаете, вообще я пришла к выводу, что мы, конечно, женщины очень любим люксовую косметику, если есть такая возможность, падки на упаковки, на какие-то штучки. Но я сегодня прихожу к мнению, что хороший макияж, достойный, можно создать достаточно простыми, дешевыми средствами. Самое главное, чтобы у вас была хорошая, здоровая, ухоженная кожа и отдохнувший вид. Остальное, все это наживное. И любимыми тенюшками у меня были тоже тени от Essence в номере 1. Вот тут заляпала. Ванила Sugar. Ванильный сахар. То есть, так, упаковка, вот посмотрите, конечно, все это. Тоже купила я их в Италии. Однушечки, дешевенькие. Ну, как база, они замечательные. Мне на самом деле подходит такой, растушевывается хорошо, я на все веко. И потом уже сами решайте, или карандаш, или просто накрасите реснички. И как выделить уголки или подчеркнуть, чтобы глаз был более выразительным. Я использовала вот такие, вот такую семерочку Вельвет от Essence тоже. Такой приятный у них цвет, он как бы и не коричневый, и не серый, что-то топовое такое, нюдовое. Замечательная. То есть вот такие два фаворитика от Essence у меня были. Я оставлю вам все описания и все сносочки внизу на эти продукты. Ну, я думаю, что из таких вот фаворитов косметических, потом карандаш у меня был мой любимый от Urban Decay Kajal. Я вам его уже 100 раз показывала. Вот так, мои хорошие. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Просто хотелось по свежим таким следам рассказать вам все это. И чтобы не забыть. Я всех люблю, обнимаю, целую. Приятного дня и до скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция.